Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Безумные монстры». Так, зайдем с тобой в инвентарь и посмотрим. Я могу прокачать снегобума до 40 уровня. Прекрасно. Так, а что еще можем сделать? Прокачать вот эти карты, ну, я думаю, не стоит. Кто-то мне посоветовал, возьми вот эту вот тучу грозовую. Я что-то, честно говоря, не особо хочу ее брать. Так, автоматы, пушки, это все, конечно, понятно, это все хорошо, красиво, но меня это не устраивает. Мне нужна именно вот такая комбинация карт, как говорится, побольше огня и плюс заморозка, это как вспомогаловка. Ну что, друзья мои, мы переходим с вами в компанию, и вот этот островок сегодня мы с тобой должны зачистить. Кладбище жестянок, о как. Ну что ж, давай разворошим это гнездо. Пока есть такая у нас возможность. Смотри, какие красавцы, а, выползли. Давай вначале их подожгем. Я думаю, что это самое то. Выстрел из пушки. Плюс бросаем улей, и все это в эту башню достается. Так, распил. О, скелетик, тебе не повезло, по-моему. Хотя, подожди, живет еще гаденыш? Жил. Так, снегобум. Эх, надо было вот сюда, вот, чтобы заморозочка сработала. Он ударит. А, нет, не успел. А кто не успел, тот опоздал. На тебе улей. Жуй, не обляпаешься. Так, следующий у нас, значит. Вот ты как решил, да? Хорошо, а мы тогда вот так сделаем. И динамит тебе бросим. Шикарно, что тут скажешь. Снегобом, блин, а зачем он мне нужен? Хотя, да, общим взрывом, ребята, мы снесли боковиночки. А теперь вот так вот сделаем. И добьем. Зачем я сделал барабан судьбы? Господи, ну ладно, что сделали, то сделали. У нас с тобой третья волна. Поджог делаем. Дальше, наверное, улей бросим. Так, как раз эту бабку-психопатку мы с тобой уничтожим. Так, ну что, я думаю, пора бросать динамит, наверное, да? Эх, жалко, этот прикрылся, а. Подхалим, ладно. Сейчас мы будем делать распил. Туго идет. Заморозочку, блин, да чтоб тебя. Ладно, сделаем так. Теперь из пушки, бумс. Сейчас опять он сделает щит. Так, а мы с тобой, знаешь, что сделаем? Бросим улей. И вот так снегобум, наверное, добьем. Угу, не добили. Так, ну что, давай, наверное, из пушки тогда. Все, друзья мои. Четвертая волна. Пенек с червячками появился, да? Давай вначале общий поджог сделаем. Плюс бросим улей в деда-психа. Дальше сделаем заморозку. О, дедуля отдуплился. Все, это прекрасно, ребята. Я бросаю динамит. Ну вот и все. Ать, успеет бомбануть. Он успел. Этот пенек червивый нанес мне урон. Но это последний урон, который он смог мне нанести. А мы с тобой переходим на пятую волну. О, о, блин, клоунада, ребята. Ладно, сделаем поджог и попробую улей успеть бросить. Отлично. Естественно, он мне сжигает карты и делает их, как говорится, невидимым. Я теперь буду чисто наугад, ребят, вытаскивать. Так. Барабан судьбы. Барабан судьбы, ну. Ай-яй-яй, сейчас каждый ударит, да. И этот еще успеет, наверное, замахнуться. Точно успеет. Динамит. Давай, давай, бросай ты его уже, в конце концов. У меня очень мало здоровья. Друзья. Маловато будет, я тебе скажу. Так, ну что, у нас с тобой последняя волна. Я думаю, да обойдусь я. Я думаю, что я смогу обойтись. Бросим улей. Отлично. Так, теперь из пушки. И, наверное, нам придется с тобой бросить все-таки динамит. Бумс. И, как всегда, это, ребята, не особо мне помогло. Да ладно, ты что, совсем что ли борзел? Холодильник. Ну, пока нормально. Ребят, вот надо мне, наверное, поджечь их всех. Да. Минус волчара с Узи. Этот сгорит, я надеюсь. Мы даже вот так поможем ульям. Так, а ты, охламон, даже не думай здесь что-то сделать. На тебе из пушки. Ой, он живет еще. Снегобум. Все, ребята, он замороженный, и теперь только лишь добить. Ну что, первый бой у нас с тобой получился довольно неплохо, да?
Мне даже не пришлось смотреть рекламу. Ну что же, получаем с твоего фотоаппарата аж целых 284 тысячи. Так, удвоим наградку. Ну вот она, фулл награда. Конечно же, получить. И посмотрим, кстати, сколько нам еще с тобой нужно опыта для того, чтобы получить уровень. Ну, я тебе скажу, не так уж и много. Всего лишь 4 миллиона опыта. Так, ну что, ждет нас кактус. И разыгрывается здесь фляга с ядом. С удовольствием хочу получить. Вот, на самом деле, я не очень люблю использовать яд. Но рано или поздно придется, ребята, это все использовать. А знаете почему? Потому что здесь всегда разные боссы, на которых действуют разные вещи по-своему. То есть на кого-то хорошо идет яд, а на кого-то хорошо идет огонь. Понимаешь? И нельзя пройти всю игру одинаковыми скиллами. Рано или поздно тебе придется что-то прокачивать. И плохо будет, если эта прокачка будет с нуля. То есть очень нужно будет много сил на это потратить. И времени, конечно же. Так, ну что, я думаю, наверное, бросим улей с тобой. О, голубок сгорел. Причем так быстро. Подожди, что такое? Я холодильник нажал, а он не сработал у меня сразу. Так, снегобум срочно... Не успел. Все-таки он ударил меня. Ладно, пускай они пока оба тут замороженные будут. А мы сделаем с тобой напалм. Так, слизень, почему ты не сгораешь, а? На-ка, динамит, жуй. Отлично, так, этот сейчас выйдет из заморозки, а мы его уничтожим из пушки. Все. Переходим с тобой на вторую волну. Опять же, начиная с напалма. Заморозка. Уничтожение даже сразу же прошло. Так, на, слизень, лови улей. Так, снегобум замораживает йетти. А этот сейчас Гаврюша, наверное, поставит. Хотя нет, не успеет, он взорвется. Я думал, он пузырь сделает защитный. Но, как видишь, кто не успел, тот опоздал. Йети, а ты как? Все, готов. Следующая битва. Ну, начну с напалма, как всегда. По стандарту, плюс улей. Ага, в мухомор это все полетело. Теперь холодильник. Так, я думаю, барабан судьбы нужно заряжать. О, нет, тогда не нужно. Тогда мы сделаем снегобума. И сейчас бросим динамитик. Муха дуплится. Есть такое дело. Так, подожди, подожди, подожди. Она сейчас отойдет, ребята, от заморозки. И будет плохо. Ладно, напичкаем ее всякой ерундой. Вот у меня... Эть, чуть-чуть не успел, да, ребята, бросить снегобума. В общем, крышкой этой свинути. О, следующие охламоны пришли. Ну что же, тут у нас с тобой очень много огненных карт, поэтому я, наверное, буду их использовать. И в конце, как всегда, ребят, мы с вами закинем удочку в виде динамита. Наверное, вот сейчас придется. Так, минус этот. О, шикарно, я тебе скажу. И из пушки. В плане, а почему это он меня перебил, эй? Гаврюш, ты что делаешь-то? Сгорит, нет? Не сгорел. Тогда вот так вот добиваем. Уже последняя волна? Слушай, а быстро мы с тобой идем. Так, зачем я... Я же хотел... Ай, ладно. Я хотел с напалма начать. Потому что этот охламон сейчас мне все карты тут испортит. Он сделает, ребят, такую штуку, что я не буду видеть, у кого сколько здоровья. И этот сейчас еще гаврик меня подобьет. Ай. Ну-ка, заморозка на кого? Опа, вы что, оборзели что ли, ребята? Разыграли тут картишки. Ты посмотри. Ну-ка, напалмом жгем их. Это должен сгореть, по идее. Два урона огненных. Есть. А этот будет у нас... Да все, в принципе, ему крышка. Я из пушки его корабельной уничтожу. Ну что я тебе скажу. Этот бой тоже прошел довольно неплохо. 284 тысячи пробирок с ядом мы получаем и умножаем. Фулл награда. Но смотри, 1,5 миллиона, да, у нас с тобой опыта. Это значит, еще нужно 2,5 миллиона. И мы с тобой получим 39 уровень. Ну а пока мы идем с тобой сюда, и здесь у нас разыгрывается дрель. Ага. А уровень нужен, смотри, 44-й, 49-й, а мы с тобой 38-й. То есть вот представляешь, да, насколько мы отстаем от нашего противника. Но тем не менее мы его очень хорошо разбираем. Благодаря нашим прокачанным скиллам, конечно же. Так, свинота здесь, это плохо. Холодильник. Ладно, сгодится. Так, сейчас я брошу улей. О! Шикарненько. И из пушки тогда бомбанем. Так.
Этого можно распилить, он саппорт. Так ведь? Да. Поэтому урон колоссальный. Ну и что, заморозить? Ага, не успею. Не успел, к сожалению, я его заморозить. Ладно. Ждем с тобой, ждем до последнего. Пускай копится энергия. Так, и... Опля. Понял? Тактику вот так вот, ребята. И из пушки. Ну что, переходим на вторую волну. Угу, здесь у нас огр. Так, гоблин. Слушай, я могу, в принципе, динамит закинуть туда. Бам. В плане, я не понял. Вы чё? Совсем припухли, что ли, а? Я думал, они сразу отдуплятся. Ничего подобного. Сигабум. Замораживаем с собой огра. Да и распил, наверное, сделаем. Вот и все. Следующая волна. Ну, начнем, как обычно, с напалма. Из пушки. Почему неудача? Почему мне написали, что там была неудача? Так, бросаем динамит с тобой, короче. А этот все-таки ударит меня сейчас. Все-таки он нанесет удар. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Блин, слизень шар делает, да? Не там, где нужно, ребята. Да. Ну что, давай, наверное, тогда барабан судьбы. Просто так он сгорел. Ну что, остается пузырь этот пробить. Что довольно не так легко сделать. Да иди ты. Опа, лопнул парень, да? И мы его добили сразу же. Так, я пока ничего здесь не буду делать. Давай-ка с улья начнем. Раз. Два-с. Так, меняем местами. Ай, елки-палки, он же не меняется, ребята. Он не меняется. Он же окопался, конечно же. Удар получили. Практически ни за что, ребят. Ну и... Нет, я пока думаю, справимся здесь сами. Улей. Я вот думаю, наверное, барабан судьбы сейчас сделаем с тобой, да? И все в снеговика попадает, да? Восьминога вообще практически ничего не прилетело. А если улей? Опять снеговика. Ай, удар, удар, удар сейчас будет. Ай, этот крысу мне дает. А этот ударяет. Так, минус. Ну и этого в распил. Последняя волна, очень мало здоровья. Я думаю, что придется, ребят, посмотреть рекламочку. Так, ну что, здоровье у нас с тобой есть. Я думаю, этого нам хватит, чтобы пройти. Сейчас из пушки сделаем. Вот эти два брата меня бесят. Нужно что-то с ними делать, уничтожать как можно быстрее. Ага, одного минуса нули, он сейчас ударит, ребята. Причем очень больно. А этот еще может хильнуть. Блин, неужели я не успею? Блин, точно не успею. Смотри, захиляет. И причем захилял такого, вот этого братка, который наносит урон колоссальный. Сейчас попробуем поджечь. Так, ты отдуплишься сегодня или нет? Я не могу понять. Так, есть контакт. Ребята, мало здоровья. Да чтоб тебе. Так, жуй улей давай. Блин, сейчас ударит. Упс, ты посмотри, что у нас с тобой по хп. Есть еще один удар, все, нам крышка. Я надеюсь, этого мы с тобой не допустим. Так, снегобом заморозит. Так, ждем, 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 ждем. И еще, наверное, заморозим его, да? А теперь просто распилим. Ну, тут, конечно, нам повезло. Нет, я бы мог бы аптечку, конечно, использовать, но я этого не стал делать. А вот и дрель. Ну что, 750 тысяч. То есть это 1,5 миллиона опыта будет. Ну, как я тебе и говорил, 1,5 миллиона опыта. Нам еще нужно 1,5 получить, чтобы апнуть. Хотя я бы даже сказал, намного меньше. Да, ребята, не 1,5, а где-то 900 тысяч нужно нам получить. Ну, как раз мы с тобой вот этот вот пройдем, да, эпизодик, и будет у нас уровень. Потом, наверное, пройдем с тобой два вот этих вот дополнительных. Подожди-ка, что у нас тут? А, ну это можно получить награду, хорошо. Это я сделаю уже потом. Ну что же, приступим. Кладбище жестянок у нас здесь с тобой разыгрывается. Да ладно, ты серьезно, что ли? Разыгрывается ядовитый клинок. Не особо, конечно, я его люблю использовать, но, как я тебе уже объяснял, говорил, что все здесь нужно. Абсолютно все, ребята. Все виды оружия, и желательно их прокачивать
сразу же. Так, подожди-ка, что-то я тут не так начал, по-моему, делать. Хотя этот минус... Так, этот сгореть должен у нас, ребята. Свинот, она же хиляется, точно. Я это забыл, что она у нас на автоотхиле. Ладно, сейчас мы ее уничтожим. Вторая волна. Поджигаем. Так, плюс бросаем улей. Плюс из пушки. И сейчас я брошу динамит. Так, голубь минус, а слизень живет. Живет и пахнет, ты посмотри. Блин, да не туда ты бросил свой... Ну уничтожь хотя бы этого хламона. Понятно, все понятно. Ну давай. Жесть, пока этот пузырь, ребята, не уйдет. У меня нету, видишь, никаких пестицидов, чтобы я смог его убрать отсюда. Вот в чем проблема-то вся. Добиваем его, короче. И переходим с тобой на третью волну. Да не надо мне пока здесь ничего получать. Так, поджог. Плюс снегобум. Сразу же бросаю еще улей. Оу, найс. Так, волчара, мы попробуем тебя Нет, волчару мы не заморозили с тобой. Успеем? Ну, двоечка, да, вылетела сразу же. Подожди, пока все терпимо. Не туда, не туда ты бросил улей. Надо было вон в тех, ребята, хламонов. Вон в тех двух братков. Блин, фигня получается. А я ничего и на передний план выпали мне, а? Так, минус ведьма. Так, давай из пушки. Блин, поздно уже. Из пушки не получится, ребята. Ай-яй-яй. Ты посмотри, как он жарит, а? Вот этот вот охламон. Да, я не спорю, он остается один. Но как он бомбит. Очень офигенный урон. Ты посмотри, сколько они мне оставили здоровья. Нет, ребят, тут надо... Тем более они опять тут появляются. Как думаешь, я пройду? Это еще не последняя, это предпоследняя волна. Ладно, ребята, если что, будем применять с тобой бомбу. Если понадобится. Так, слушай, ну пока вроде бы неплохо. Но применить все-таки надо. Давай, первая пошла. Пидич. Минус один на хламон, отлично. Бросаем динамит. Фигня какая-то полная, ребят. Ать. Твою ж налево, все равно они очень сильно бьют, а. Сгори ты уже. Фух. По-моему, повезло нам. И последний враг. Да вы серьезно, что ли, еще и двоих этих по краям сделали, блин. Слушай, может быть, нам с тобой... Нет, смысл менять. Если у меня сделана колода, да, из огненных карт, так и стоит придерживаться. Хотя, мы можем с тобой убрать заморозку и еще усилить свою колоду, мне кажется. Блин, как поменять-то? Давай в этом, наверное, сейчас бомбанем. Хотя я поздно, наверное, это... Ой, он же окопался! Вот это я сейчас... Вот, ребят, сейчас получу втык, смотри, от обоих. И, по-моему, меня тут завалят. Если я птичку, конечно... Заморозка? Срочно заморозку делаем с тобой. Конечно же, тут уже не до шуток. Аптечку я не стал использовать, ребят. Так, улей. Он пока в заморозке, ребят. Пока в заморозке. Выстрел, выстрел. Фух. Повезло-то как. На микронах выжил буквально. Так, ребята, мы с вами получаем отравленный клинок. И это все дело умножим. Плюс еще получим уровень с вами. Вот она, фул награда. Еще, кстати, у нас с тобой 10 гемов выпало. Так, давай-ка мы посмотрим. Ну, вот он и новый уровень. 39-й. Окей. Меня вполне все это устраивает. У нас с тобой следующая карта. Тут будут у нас Гринч. Опять же Гринч. А где у нас Босяра? Вот он, следующий босс будет. Через два островочка. Потерпим. Так, ну что, давай быстренько с тобой пройдем, наверное, вот это вот испытание монстров. Я считаю, что оно одно из легких и самых, можно сказать, прибыльных. Ну что же, выбираем. Буду брать самых, ребята, легких именно по разбору. В данный момент я считаю, что вот эта вот команда легкотнее. После этого мы с тобой возьмем, наверное, безопасный, наверное, вот, блин, тут... Да фиг с ним, с этим электриком, да?
Дальше возьмем, наверное, вот этих. Здесь я... Блин, везде вот этого мопса суют, а? Вот так вот сделаем. Короче, погнали в бой. Да я должен разобрать, елки-палки. Но ведь не впервой же, да? Поехали. Отлично. Так, погнали. Барабан судьбы. А сколько у них, что-то у них здоровья здесь многовато, тебе не кажется? Так, заморозка. Динамит, 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 срочно созревай. Чпок. Блин, в плане. Подожди, а почему? Чего у меня такие урон такой слабенький, эй? Что-то я не могу понять, что-то происходит, если честно. Так, это у нас на распил пойдет? Пойдет. А муха, я смотрю... Ага, отошла. Мы сразу опять замораживаем и... Из пушки уничтожим. Кто там следующий у нас? Нет, пока мне ничего не надо здесь. Давай-ка барабан судьбы, сразу потом улей. Желательно в электрика улей. О! Сразу сдулся парень. Так, ну то, что там грифон получает, это для нас на самом деле ерунда. Мы его в заморозочку. Так, секунду. Ой-ой-ой, я хотел вообще-то скелет заморозить, если честно. Блин, фигня получается. Минус двоечка, да? А, какая, ребята, двоечка. На них динамит не действует. Вот оно что, я думаю, что за фигня? Динамит-то их не убивает. Вот оно что. Оу. Так, будем знать, ребята. Динамит на них не действует. Угу. Так, получил. Так, снегобум. Слушай, что сделать? Давай, наверное, вот так с тобой сделаем, а? И поджог. Все, я понял, ребята. На них и... Да что? Зачем я динамит-то бросил? На них, короче, не действует ни поджог. И не действует взрыв от динамита. Вот что я понял. И это плохо на самом деле. И это чертовски, ребята, плохо. А улей-то действует? Улей, по-моему, работает же, да? Ну-ка. Улей работает. Как-то вот странно, да? Немножко. Блин, у нас с тобой очень мало здоровья. Мне надо что-то сделать. В плане? Он еще взял и ударил меня. Теперь надо восстанавливать здоровье. Хотим мы то или нет. Ну что, поджог-то будет работать? Видишь, нифига, ребята, не работает. А вот улей работает. Почему так происходит? Странно как-то. Что-то срабатывает, а что-то нет. Вот желательно этого, конечно, уничтожить на переднем фланге, ребята. Опа! Вот тебе передний фланг. А, интересно, барабан... Ой! У меня со здоровьем-то... Ой-о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 й
Ведь не работает эта дрянь. Не работает на них. Слушай, я не знаю, ребят, что делать, но как-то надо... Как-то надо с ним бороться, я не знаю. Будет бомбочка сегодня работать. Так, холодильник. Голубь, даже не вздумай. Даже не вздумай там что-то сделать. Шитик ты нечестный. Давай его распилим, наверное. Вот так вот. А как же я так лопухнулся-то, что не прочитал, да, ребята? Невнимательно подошел к этому заданию. Но ведь улей жгет их. Ладно, самое главное, что мы прошли. Очень много всего потратил, но прошли. Так, получить награду. Ну, естественно. Да, я умножу все это дело. Ну, смотри, 2,3 миллиона получили мы. Так, плюс карты, это все надо тоже будет. Да, давай ты мне сразу все. Вау. Смотри-ка, что мы с тобой получили. Вот этой карты у меня не было. Хм. Это зеленый, значит, отравление. Арбалет. Это что тут у нас такое? Что это за наконечник? Ну что, умножаем. Вот так вот, прекрасно. У нас еще с тобой одно будет испытание сейчас, которое нам нужно будет с тобой пройти. Это оно, да? А, так, в каждой волне тебя ожидает чемпион. Пройди все волны и получи ценную награду. Именно на это я и рассчитываю. На ценную награду. Так, давай-ка определимся. Так, ведьма. Но это не та, которая, ребята, сжигает карты.
Это такая ведьма-охламонка, можно и так. Вот, блин, я все время никак не могу, ребят, привыкнуть, что вот ведьма как выглядит. Может вот такой вот образ выбрать для себя. Слушай, а что-то у нее так здоровья много, ты посмотри-ка. 73К, это на начальном старте. Немного ли дитя, а? Бабуля. Но в данный момент это, конечно, зомби. Ах ты, что творишь, на-ка. И это еще не все, я сейчас холодильник в тебя еще брошу. Я вначале подожду, да, и брошу холодильник. Опачки. А после этого я еще что-нибудь брошу. Динамит, например. Есть контакт. А, тут 6 волн. Блин, а вот это вот плохо, ребята. Подожди-ка, это... Он пузырь делает? Это же босс у нас. 100К он имеет. Хе-хе, не кисло. Так, вы хоть горите все? Они горят. Они друг... Блин, это плохо, он что сделал сейчас? Он, понимаешь ли, применил на себя пузырь. Как тот чувак, который был замороженным. Оу, так он один остается. Но он ударить успеет. Больно. А если мы его вот так вот? Ага, красивенько. Так, я жду. Да как у него так быстро копится, посмотри. Блин, не успею. Смотри, что творит, а? Чудило, с нижнего тагила, на. Охламон. Так, следующая партия голодранцев прибыла. Ну, давай, наверное, подожгем их. Дальше снегобум. Заморозим. Так, погоди-ка, из пушки теперь. О! Хлопцы здесь у нас. На-ка. Блин, а нет, удалили мы одного с тобой. Одного. Так, холодильник. Да почему-то я вот куда хочу, никогда, ребят, не попадает. Куда мне нужно. Все время вот куда по попаде. Так, слушай, здесь мне надо что? Ой-ой-ой, сейчас ударит. Так, ну что, один на один мы с ним остаемся. Я думаю, из пушки я его добью. Окей. Так, ну что, у нас с тобой 4-я волна. О, дедушка. Ну вот зачем ты сюда пришел, а? Блин, и все сейчас на него будет лететь. Ну-ка, барабан судьбы. Ну, конечно же, в основном дед получает весь урон. И снегобумы на него, да, ну, я так и понял. Успеем? Фиг там, от двоих сейчас хлопочем с тобой. О-о-о-о. Ну, вы мне карты-то все позамораживали. Шикарно. Слушай, ну здесь надо восстанавливать здоровье. Ты посмотри, сколько у нас с тобой. Так, это дед-псих, да, у нас? Там гоблин. Начну, наверное, вот так вот. О, хорошечно. Прекрасно. Так, убираем. Заморозка. Так, а чё так быстро оклемался-то? Эй, такого не должно быть. Моментально практически пробудился. Сейчас, сейчас я него улей, да, вот так вот. Да сгорит уже, вот. Отлично. И этого нараспил. Так, и последняя волна у нас с тобой получается сейчас будет. Кто там у нас участвует? Участвуют охламоны. К тому же мы сейчас с тобой так бабахнем. Ребята, у вас динамит под фулочку идет. На-ка. Успеем, интересно, кидануть? Должен. Да, ребята, сейчас бумнет солидно. Слушай, я, честно говоря, думал, что... Блин, я думал, что мы уничтожим их всех все-таки. Нет, динамит здесь немножко слабоват оказался. Или же просто противник уже настолько силен и оборзевший, что мой динамит его не берет. Так, а этого лучше пилить, конечно же. Ах ты, посмотри, какое, ребята, разрушение получает этот охламон. И добиваем его из пушки. Все. Враги, как ты видишь, сдулись. Мы с тобой получаем супер-пупер чемоданчик. И приумножаем это все дело. Сколько у нас получается? Ну, смотри, почти 3 миллиона опыта получили. Так, давай сразу все карты откроем. Из новенького ничего нету, но вот то, что пушка у нас, улей. И это все сейчас еще умножим. Отличненько. Так, 60 шестеренок еще с тобой получили. Ну, вроде бы как и все, да? Единственное, что нам нужно заглянуть к роботу в гости. Так, погоди-ка, что у нас тут? Получить награду, получить награду. Блин, хотелось бы, конечно, мне пройти вот это вот испытание, ребята. Обновить события. Ой, зачем я так сделал? Получить награду.
Ладно, это я сделаю за кадром, потому что тут очень много реклам нужно смотреть. Так, в инвентаре что-то у нас подсвечивается. Ох, слушай-ка. Я, наверное, прокачаю напалм. Да, друзья мои, напалм прокачаю. И улей. Слушай, ну если у меня на все хватает, я тогда... Так, холодильник. Какого уровня? 40-го. И снегобума тогда, естественно. Так, а что вот это вот у нас за карта? Отравляет цель и наносит 150 урона спустя 7 секунд. Если цель горит, шанс отравления становится 100%. Слушай-ка, это с огоньком очень хорошо дружит. Если цель горит, а мы обычно с тобой поджигаем цели, да? Напалмом, либо барабаном судьбы. Нет, барабан судьбы, по-моему, не поджигает. У нас улей жгет и напалм. А прикинь, еще сверху едок кинуть. А кто-то вот просил вот это, говорит. Овощевание. Так, снимает с цели все положительные эффекты. Если цель под любым эффектом, то она превращается в овощ. Заманчиво. Под любым эффектом. А любой эффект это, то есть, горение, заморозка, да? Слушай, можно, в принципе, попробовать рискнуть. Глянуть. Овощевание, да, значит? В следующий раз я, наверное, возьму овощевание. И вот хочется мне, ребята, почему-то попробовать тихий убийца. Хотелось бы посмотреть, насколько хорошо это отравление. Ну, общий урон, да, общий урон. Крит x2. Количество ударов 2. То есть, подожди-ка, он бомбит, как и заморозка. Ну, лук, помнишь, у нас есть арбалет. Вот этот вот, он бомбит боковые цели. Я так понимаю, и этот так же делает. Только этот замораживает, а этот будет отравлять. Нужно будет, ребята, все это дело протестить. Блин, ну одну карту мы с тобой получили. Но я хочу, ребят, новых персонажей, господи. Неужели так сложно, а? Сделать доброе дело. Дать мне новых персонажей. Когда-нибудь, рано или поздно, я их все-таки получу. Они от меня никуда не денутся. Так, ну что у нас там... Робот, готов немножко прокачаться? Оу, готов, ребята. Он получает 12 уровень. Нифига у него там здоровится-то. И дай-ка я гляну на твои характеристики, дружище. Вместимость от навыка. Так, пустой слот, а он когда разыгрывается у нас? На 15 уровне. А, на 15 уровне локации. Даже вот так вот. Окей. Так, прокачали здесь чуть-чуть. Прокачали тут. Окей. Сумочку немножко улучшили. Так. Прекрасно. Ну, давай здесь тогда еще прокачаем. Ага, все, закончилось, да, у меня получается? Окей. Ну, я думаю, что он сейчас будет просто супер-мега. Ну, босс тоже крепкий. Оу, смотри, что делать. Ну-ка, давай и так сделаем. На, хламон. Уничтожили, ребята. И он у меня приходит на 11-ю локацию. Так, подожди секунду. Ну, здесь нужно, ребята, посмотреть, конечно же, чтобы получить вот эти вот кристаллы. Угу. Так, у нас кролик Дэвид. Да давай уже сразу все. Господи, ты так... И 18 гемов. Ладно, просто получить. И он у меня пошел на уровень локации 12, да? А у нас на 18 открывается новый скилл. Окей, ну что, дорогие друзья, я думаю, на этом, наверное, мы с вами будем заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!